Ну как игра? Мы проиграли, естественно. И, естественно, все огорчены, и я в том числе. Игра такая получилась. То есть первый тайм приспосабливались к полю, да, потому что первый наш выход был. Ну и сказывалось, конечно, что два дня назад у нас была игра. Насколько это возможно, мы восстановились к этой игре. Вот, и первый тайм, он такой был, больше, наверное, нервничали и привыкали к покрытию и к мячу. Да, второй тайм уже, ну, естественно, проходил под атаку. И не забили моменты, да, ну и, конечно, пропускали контратаки. Потому что, естественно, хотели выиграть и раскрывались. К сожалению, не удалось забить, были моменты, не удалось сравнять и выиграть игру. Уступили, к сожалению. Так это натуральное поле, было трудно вам? Да? Ну, конечно, потому что покрытие, мы все время, все игры и тренировки были на искусственных полях, да, и вот у нас первый выход был на натуральный. Конечно, другой отскок, другое движение мяча, но все по-другому.